«Лучший инклюзивный детский сад страны». С победой в такой номинации можно поздравить коллектив детского сада номер 7 «Созвездие» города Чебоксары. Толерантное отношение к особенным детям – основа образовательного процесса в «Созвездии». Возможность пребывания родителей вместе с детьми – еще один шаг к их будущей успешной социализации. Наша команда является командой единомышленников, у которых воедино бьются сердца во благо особого ребенка. Руководство детского сада и все педагоги стараются создать максимально комфортные условия для пребывания, обучения и воспитания особого ребенка в стенах нашего учреждения. Фликотека, музыкальный зал, песочный стол, интерактивная доска, пузырьковый пол и даже собственный робот. Все достижения научно-технической сферы в садике используют на благо детей и в помощь педагогам. Для каждого ребеночка мы выбираем образовательный маршрут в зависимости от его возможностей и потребностей. Дима – солнечный мальчик с непростой судьбой. Он – выпускник детского сада, но в родных стенах ему всегда рады. Вот и на конкурсе Дима решил поддержать любимый коллектив. Танец, исполненный им вместе с мамой, покорил сердца всех членов жюри и, безусловно, приблизил к победе. Мы с Димой репетировали. Так получилось, конечно, так все сложилось, что свой день рождения, свое 9-летие, мы как раз выступали в Москве на этом конкурсе. И все члены жюри, все присутствующие в зале, они очень тепло, конечно, отнеслись к нам. Диму каждый поздравил. Дима в Москву ездил? Летал? Летал? Да. Летал на самолете? Алло. Классно было? Да. Классно было. Останавливаться на достигнутом не в наших правилах, уверяют в коллективе. В планах тесное сотрудничество с другими инклюзивными учреждениями, обмен опытом, который в данном деле особенно важен. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика.